Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. Область перечислила в районы более 700 миллионов. Такой объем финансовой помощи был перечислен всего с начала апреля. Больше половины средств – это субвенции на образование – 450 миллионов рублей. Порядка 200 миллионов получили районы на выравнивание бюджетной обеспеченности. По данным Департамента финансов, примерно по 30 миллионов направлено на возмещение процентов по кредитам сельхозпроизводителям и выплаты на приемных детей и соцобслуживание сирот. Программа «Экономика». Оправдание в суде компенсирует репутационные потери Березина. Так руководитель Кировского отделения партии «Гражданская платформа» Михаил Шевелев прокомментировал в нашем эфире итоги суда по делу Уржумского СВЗ. Тут не урон. Все, что не убивают, делают человека сильнее. То, что он вышел победителем из достаточно непростой ситуации, причем безусловным победителем, оно, конечно же, с точки зрения репутации только дает преимущество. Я допускаю, что за время его отсутствия существовали какие-то управленческие, возможно, минусы, связанные с работой бизнеса, например, с политическими интересами. Но то, что случилось, оно может помочь достаточно быстро все восстановить. Депутат Кировского заксобрания, владелец группы компаний «Глобус» Олег Березин был арестован по делу о хищении госпакета акций Уржумского предприятия в августе 2013-го. Почти год он находился в СИЗО в Москве с еще несколькими подозреваемыми по этому делу. Летом 2014-го их этапировали в Киров после завершения расследования для рассмотрения дела в суде. И только тогда задержанных отпустили под домашний арест. Полторы недели назад Октябрьский суд Кирова всех оправдал. Экономика на 101 FM. Предприниматель выплатит компенсацию за раскраски с Машей и Медведем. Он пытался обжаловать решение арбитражного суда Кировской области во втором апелляционном суде. Тот постановил взыскать с предпринимателя 60 тысяч рублей за неправомерное использование изображений мультипликационного сериала «Маша и Медведь», по 10 тысяч за каждого персонажа, напечатанного в раскраске, который продавался в одном из магазинов на Ломоносова. Но по данным «Бизнес-новостей» в Кирове, второй арбитражный суд подтвердил законность этого решения. Он, правда, указал, что реализацию товара следует рассматривать как одно нарушение, поэтому компенсация сокращена до 10 тысяч рублей. И о валютах. Доллар накануне немного подешевел. Сегодня он стоит 56 рублей 52 копейки. Евро, наоборот, укрепился. Сегодняшний курс 62 рубля 4 копейки. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.